Всем привет! С вами Султан Долты, и я это говорю уже пятый раз. А все потому, что кое-какие мудаки не могут загрузиться. Ладно, я решил запилить летсплей. Давайте посмотрим, смогут ли они загрузиться. О, бомжи загрузились, но это уже более-менее. Сейчас начал поигрывать на инбукере. Инбукер, поэтому я предлагаю сделать вот таким вот образом, и все. Инбукер у нас есть. Ой, как плохо, что до нас играет минер. Самый бесполезный герой в доте. Так, интересный пик. Хорошо. Уже я наблюдаю, да, и врагов, и антипик. Например, смотрите, у нас против нас играет Void. Void, конечно же, герой такой очень сильный, да, у которого есть купол, и в этом куполе ему никто ничего не сделает. И он, конечно же, может нас убить за купол. Но плюс в том, что мы будем играть супер раскачкой через ветра, да? То есть у нас будет итем ветра, и мы сможем мешать Void'у. Когда он будет ставить купол на других, мы будем поднимать Void'а воздух. Это плюс. Мы будем стоять на миду, скорее всего, против Пуджа, поэтому нам нужно будет делать инвиз в любом случае, чтобы он нас не убил. Ладно, обо всем потихоньку я вам расскажу. Опять напоминаю, что это просто летсплей на расслабление. Закройте глаза и расслабляйтесь. Делаем такой запах. Покупаем танго, потом хейлинг сайвы, клэрити, нажимаем шит, покупаем сейджи маск. Качаем третий скилл, все. Мы будем играть через экзорт. Экзорт, экзорт, экзорт. То есть я вижу толк, ну, именно соло игры, толк инвокера только через дамаг, да? Всякие там сжигания маны и торнадо, я имею в виду его скилл торнадо, мне не нравится, то есть я не вижу в них смысла. Это чисто скиллы в саппорта, да? Но если у вас тима бесполезна, то... Лучше сами собирать в дамаг, чтобы наносить урон и делать прокасты. Давайте предскажем победу. Нормально. И идем на мид. Так, у нас 4 рипл. У нас 4 рипл. Это, в принципе, нормальная ситуация. Наверху будет кура. Ну, пускай будет так. Я даже не удивлюсь, если они сейчас будут фидить курами. Это нормальное явление. Кстати, играю я не на русских серверах, да, я играю в перемешку. То есть здесь есть как и русские, так и америкосы. То, что это норма. И я вам скажу честно, по моим всяким наблюдениям за много лет доты. Через надо дура. Что как и русские, так и америкосы все играют одинаково. Одинаково. Также все и ноют и так далее. Америкосы постоянно пишут Russian Retard. И также русские про них пишут. Ладно, речь не об этом. Мы идем стоять против Пуджа. Против Пуджи. И что ты хочешь? Просто так кину, чтобы было продамажить? Неплохо, неплохо. Ладно, все, сейчас я покажу вам супер хайч скилл, как не надо фармить. Кстати, мы будем играть через два скилла. А, у нас дабл мид еще оказывается, офигенно. Да. Будем играть через два скилла. Я прекрасно знаю, что вы умеете играть через все 180 скиллов инвокера, что вы пианист. Ваша игра за инвокера подобна богу. Ну, мне тяжело фармить за инвокера, сразу говорю. Очень тяжело, потому что в начале, да, у него слабый дамаг. То есть я не чувствую дамага. Тем более, у инвокера огромный минус, что у него ужасная скорость атаки. Просто ужасная. Его плюха очень долго летит. Ой, не то прокачал. Ай, ладно. Пофиг. Это нужно было прокачать ульту. Видите, я вот разговариваю и начинаю путаться. Ну что ж такое? Тем более только проснулся. Все, давайте соберемся, нормально. Ну, это косяк был мой. Мой косяк реально. Я должен был ульту прокачать, у нас был бы санстрайк уже. Ну ладно, никто не погиб. Качаемся. Сейчас самое главное хоть немного пофармить. И нам нужно уже качать и ульту, и первый скилл. Нам нужен инвиз, чтобы можно было выжить. Потому что, скорее всего, пуш он будет заходить на пролом, да и тогда мы сдохнем 100%. Пока у нас нет ни одного скилла, это, конечно, круто вообще. Все, появился первый скилл, это будет санстрайк. Хорошо. Все, теперь мы должны наблюдать за картой, что происходит у нас.
Пуш может меня убить в легкую, в принципе, сейчас в легкую может убить. Мразь. Тупая тварь. Смотрим на карту. Нормально. Так, все, все фуловые. Пока я не прокачаю первый скилл, да, я не буду... Ну, первую сферу, не буду уверен в себе. Давайте, братюня, давай. Оп, оп. Опа. Опа, отлично, отлично. В принципе, фарм идет более-менее хорошо. Очень хорошо. Например, если сравнивать, да, плюха, которая летит от снайпера, она летит моментально. То есть он выстреливает, она сразу прилетает. У инвокера она пока разгонится там, навернет 48 узлов. Все, мы тогда сделаем сразу инвиз. Это мой вам совет. Если вы чувствуете, что вас могут убить на миду, делайте просто инвиз. Поверьте, это того стоит. Или, например, если вы чувствуете, что вас могут загангать, то теперь я уверен в себе. Даже если пуш меня вытянет, я смогу уйти в инвиз спокойно. У нас, смотрите, как я смотрю про фарм. Если между 6-м и 7-м левелом я купил войдстоны, а я куплю уже войдстоны, значит, у меня фарм идет хорошо. То есть сейчас у нас фарм идет, в принципе, хороший фарм. Он низ был, к сожалению. То есть я куплю в любом случае войдстоны. Самое главное, мне подвышка, конечно, не попасться, желательно. Ну так-то он мне не вытянет, само собой. Но если он пойдет на пролом, да, он может вытянуть. Так, все, опасно, опасно. Смотрим сразу. Ага. Хорошо. Потом я покажу наши основные скиллы, чтобы мы могли делать проказ. Проказ, проказ, проказ. Не хватает дамага. Сейчас мы будем уже прокачиваться в дамаг. Пуш пошел за руной, ну и срал я на него. Да он уже ушел. Так, и все, качаемся в огонь. Все, отлично, теперь у нас есть Sunstrike уже прокачанный более-менее. Ну как более-менее, только второй левел. Но смотрите, у меня 5-й левел, видите, я уже могу купить Voidstone. То есть все, я уже выполнил свой план. Так что фарм у нас хороший. Сейчас пуш может спокойно зайти. Вот если бы он каким-то профессионалом был, да? Он мог спокойно уже зайти и убить меня. Видите, он идет на пролом. Он мог убить меня сейчас. То есть, например, я играл много раз за Пуджа. Ну, видите, я уже был готов к этому, да. Он бы спокойно мог убить, тем более у него есть ДД. Если бы я играл за Пуджа, я бы сделал так. То есть я бы зашел напрямую и просто выловил инвокера, и все, и жопа ему была бы. Все, отлично. То есть пофармили мы довольно хорошо, у нас есть первый скилл. Наша игра за инвокера начнется в двух моментах. Во-первых, когда мы соберем ветра, потому что с помощью ветров мы сможем полностью и правильно реализовать свой проказ. Эти фрифармят, это хорошо. Хороший у нас топ, очень хороший. Молодцы, трое внизу, на топе 0. Молодцы. И, короче, потом начнется, когда... Говорю, что пуш ушел. Начнется, когда мы прокачаем все скиллы, да? То есть, когда у нас огонь будет прокачан, дамаг будет и так далее. Ушла эта дура, но у нас есть инвиз, нам бояться, в принципе, нечего. Он, конечно, может начать вонять и бегать за нами, но это ничего ему не даст абсолютно. Опа! Так что теперь нам пуш не страшен абсолютно. Опс. 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 Так. Я пока не вижу пуджа, мне это не нравится. Можно подойти прям вплотную к крипам, тогда он точно хуком не попадет никак. Но он пойдет на обход. Но мы уйдем с помощью первого скилла. Да, 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 друг мой. И что дальше? Эх ты, дурачок. И на то, вот ты напал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Так, давайте сейчас постопим крипов. Я пока смотрю на карту. Нет, мы его не убьем с Sunstrike, слишком слабый дамаг. Кстати, они уже принесли весь низ, смотрите, они решили втроем лайн снести, что ли, по фасту. Говорим, что ушел пуч. Пуч ушел, пуч ушел. Видите, как надо мигать? Миллион раз мигнул. Все, появился у нас инвиз, идем дальше фармить. Тем более у Пуджа может быть руна инвиз, он чекает руны. Молодец. Ну, само собой, мисс. Да, это нормально. Это норма. Конечно, я думаю, что Пуджа никогда не купит у нас пыль. Это 100% не купит. Отлично, потихонечку собираем итемы. Ну, я говорю про Пуджа, помните, что он идет? Это было предсказуемо, да. Он там сбоку стоит.
Нам все равно, пускай там делают свои дела. У нас есть задача нафармить итемы. Мы фармим итемы. Осталось 500, ну и потом желательно сапог собрать. А, дурачок. Нет! Это была музыка победы. Опять же, вспомните, о чем я вам говорил, да? Пудж, пудж, пудже, пудже, я уже устал мигать вам. Хорошо, я жив-здоров, нормально, все. Инвиз у нас скоро появится. Он промахнется? Да, промахнется, нормально, все, попал. И смотрим, у нас все фуловые, убивать мы пока никого не можем. У нас играет... А, минер на топе, все понятно. Пошла отсюда, псина. Фига там кусок открывает, нормально, да? У нас есть инвиз, опять же, видите, нас пытается гангать. Раз, два, три. 300, нужно еще 200 нафармить, и будет отлично. Нужно еще 200. Кстати, мы даже хилки не тратили, ничего, отлично. Пока я еще не готов убивать. Нет, не убивайте, у меня есть инвиз. Пошла отсюда, псина. Пошла. Кстати, пуш может стоять здесь, вот на хэкграунде может стоять и поймать меня, но... Он меня не убьет в любом случае, потому что у меня первый скилл есть, инвиз. А это уже обидно. Блин, неприятно, конечно, ульта этого дебила. Че тебе надо, дура? Да я сам пофармлю без тебя. Нет, мне не нужна ваша драка, у меня сейчас есть задача. Мне нужно забрать еще 500. Все пришли, дебилы. Молодец. Я говорю, помните про пуджа? Это было предсказуемо. Пошли в жопу, дебилы тупые. Хватит ко мне приставать. Дайте мне пофармить, идиоты. Сейчас пойдем гангать. Осталось немножко нафармить. Надо доделать свое дело и все. Молодец. А, ну там пуш я видел. Да, 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 пуш. Ладно, все, уходим, короче. Пуш так чисто беспалево заюзал смог. Вообще беспалево. Все, пойдемте. Нормально. Так, ну что ж, можно дальше уже начинать развлекаться. Делаем первый скилл. Сейчас будем делать второй скилл. И у нас теперь появился прокаст. Пока нету тапка, к сожалению, но мы сейчас купим все. О, первая ФБ, смотрите, 10-я минута, первая ФБ. Ну не первая ФБ, в смысле первая смерть. Так, еще второй скилл. Давай, 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 давай. Давай, детка. И уже можем идти и убивать. Ну, пока у нас, конечно, дамаг не слишком прям сильный, но можем попробовать. Тем более, у нас теперь есть ветра. То есть, если пуш нас поймает, то мы сможем кинуть на него ветра. Или на себя ветра кинуть. Все, давайте. Ну что, кого гангать? Бойда, конечно, не самый лучший вариант. У него есть телепортация. Ну, телепортация, прыжок. Хотя, может, попробовать. Ну, да, попробуем. Так, у них Фурион еще играет, да? Да, неприятный герой. Так, там Некор у них. Ну, сейчас что-нибудь попробуем. Ну, да, опять же, я могу сделать прокаст на тупого Войда. Он просто уйдет. В любом случае, пока потихонечку фармим. Кстати, у них пик видали, да, именно чтобы проносить. Какие наглые твари, а. Так, я могу сейчас ворваться. Не такие наглые чмошники, а вообще обнаглели. Ну давай. О, поехала красотка. Сдохни, чмо. Ну, вот и все. О чем я вам говорил, вспомните. Наша игра начинается. Это первое начало. Давай, давай, это говно, поехали. Ах ты чмо. Вы посмотрите, выжила. Не, я думал, мы убьем. Ну ладно, повезло, повезло. А вот здесь уже можно что-нибудь придумать. Ах, тварь. Давай, давай, детка. А теперь надо пора уходить. Теперь нам пора уходить. Сейчас он кинет хук, а я уйду, потому что я про. Тихо, 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 тихо. О, посмотри на него.
тварь, а тупая. А-а-а. Но все равно еще могут убить, надо быть осторожным, может еще убить. Не, чувак, я ухожу, мне ничего нет, у меня КД все. У меня КД скиллов. Нормально. Че мы? Забрал 2. Ну, нормально. Хорошее начало. Ну все, теперь дальше опять подготавливаем наши скиллы. Первые. Это наш основной проказ. То есть мы с помощью его будем всю игру убивать минимум одного. Вы видели, убил Войда, хотя он даже мог сделать прыжок. О, ты сейчас молодец. Как молодец. Не знаю, может это поможет как-то победить, может не поможет. Убил он козу. Ну, в любом случае, так, делаем метеорит и пошли. И в огонь. Так, кто у нас здесь? Это чмо. Можно попробовать его убить. Будет, в принципе, сложно, попробуем. Давай, давай, тварь, иди сюда. Ну, чмо, ну давай. Ах, мне КД первого скилла. Нет, не получится. Санстрай хотел. А ты меня не убьешь, дура тупая. Давай, иди покупай, борды. Чмо. Ты кинагу, вы только посмотрите на это. Вообще обнаглевшие. Просто обнаглевшие твари. Пошла отсюда, псина. А, обижают инвокера, обижают. Целенаправленно, видите, хотят снести тупую вышку эту. Так, первый скилл, да, у нас есть, все правильно, отлично. Ну вы твари наглые, о-о-о. Что, проказ сделаю? Надо рассчитывать ману таким образом, да, у вас 200 стоит один скилл, 202, 400, и ветра 75, 475 маны мне надо. И мы сейчас попробуем убить прокаста. Все, пошли, убьем любого. Пойдем, 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 пойдем. Пошли, пошли, убьем. Давай, давай, детка, пошли. Давай, чмо. Ну, давай, детка, отлично. Уходи, уходи. И врубаем. И меня постоянно бесит пуш, что он все время выходит, да? Когда не надо. То есть он все время сбоку выходит. Кстати, Фурион может прыгнуть. Прыгнет, тварь. Не забываем про этого инвалида. У нас, в принципе, есть ветра. Ох, вот это закуп! Серьезный человек, я вам скажу, а? Берет от жизни максимум. Ладно, все, так, перекачиваемся опять в огонь. Все, первый итем собрали, второй собрали. Теперь собираем следующий, это барабаны. Я люблю играть на барабанах. Хотя я ни разу на них не играл, но я люблю. Кстати, мы можем убить этого дебила с прокаста легкую. Они заберут сейчас топ в любом случае, к сожалению, да. Я один не задефаю. Но если бы Фурион был один, я бы прыгнул. И забрал бы эту чушку. Стой, 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 стой. Давай, детка, давай, давай. Ну, блин. Чё, я не вижу, где он, не получилось, да? Ну, видите, я ни разу не ударил с руки. Тварь, вот пуш реально, он меня так бесит в этой игре, это просто вообще... Такое чмо! Как заноза в жопе, всегда откуда-то вылазит, дебил. И это чмо ушло на говне прямо, а? Жалко, конечно, жалко. Жалко, жалко, жалко. Фига у него микроконтроль, видели, да? О-о-о-о, давай! Ну! Блин, сонная красавица. Ну, типичный тетчер. Я говорю, бесполезный герой. Просто бесполезный. Если он даже не может мин активировать, о чем здесь говорить? Ну, давай, тварь. Аллилуйя! Да ты сдохнешь, чмо. Пока. Вот такие вот пирожки. Вы думали, я не видел Пуджа? Конечно же, я видел Пуджа. Конечно же, и Пуджа я видел. Я, так сказать, пошел на пролом, зная, что у меня есть ветра, да, даже если бы пуш... Хотя я думал, что пуш попадет хуком. Чмо тупое, как же он меня бесит, а. Сейчас бы я его убил. Если я пойду на него один, я его убью 100%. Можно сделать вторую сферу, чтобы было ускорение. Я не успею к нему прийти. Сало, сало, кинь, сало, сало, чувак, сало. Ну что ж ты такой даун?
давай, давай, давай. А, он убить его должен. Молодец, все. Нормально. Фух. Ну, Фурион должен страдать. Он сейчас пофидит так хорошенечко. Подождите, а кому дали? А, смотрите, Акил дали Медузе. Она, наверное, кинула змейку свою. Странно как-то. Как Медуза вообще участвовала в этой драке? Прикольно, прикольно. Ладно, в любом случае. Оп-оп, убиваем. И идем кого-нибудь вылавливать. Вылавливать, вылавливать. Вон опять Пуш. Ну такой тварь, а. Как псина подзаборная. Пошли, убьем. Пойдем жируху убьем. Так, минер за нас, нормально. Так что мы не боимся бомб. Так, ну троих нет. Трое опасные. Хотя вот эту вот чмошницу можно пробить. Так, подождите, я пытаюсь подобрать момент. Во-во-во-во, пошли. Давай, братюня, давай, пойдем, Фурион, я иду к тебе. Здесь может быть опять же Пуч. Вон он идет, тварь. Вспомнишь, что говно, он всплывет сразу. Ну давай, дура. А, нет. Ну нет, ну черт. Тварь, а. Я говорил об этом. Если этот ссаный нулевой рак поставит купол, они, конечно, за купол нас убьют. Тем более, мне били восьмером. Ну чмо, ну чмо. Сколько у него стата-то? По-любому там минусовая. Ну, 1-2. Ну, это было очевидно, он нулевой. На, посрать, ладно. Ничего страшного не произошло. Чисто на повезло. Я почти успел сделать инвиз. Хотя, он бы купол, он спалил бы инвиз, но все равно. Это просто везение, не более. Если бы он поставил один, он бы не убил меня никогда один, потому что он нулевой. Но видите, они били сразу много человек. Так жалко, ну блин, ну ладно. В любом случае, не в каждой игре у тебя будет 0 смертей. Тем более, когда играют всякие пуджи и так далее. Ну что ж, тварь, пошли, выловим тебя. Так, где-то зачему здесь лазит? Пошли, пошли, поймаем его. Тварь тупая, я иду искать тебя. Кидай хук. Нет, загасилась куда-то. Нам нужно найти жертву, нужно реализовывать наши скиллы. Пойдем. Давай, пошли, братюня. Ну... Увидел чему, варды стоят, да? Ну ладно, мы пофармим тогда. Молодец, минусанули одного, красавчик. Офигенный, самый лучший ганг в истории, который только видел. Смотрите, стата рамная, то есть они начинают так... нагибать начинают, твари. Мне это не нравится. Давайте, чуваки, помощь нужна. Помощь. Кстати, мины, все, пока мины, молодец. Вот она, игра Тетриса. Нужно еще прокачивать скиллы, да, чтобы дамажить сильно. Ну давай, мразь. Все, сдохнула чмошница. Сейчас купол, да, сделает? А, нет. Минус один. Да, нормально. Вот больше вардов надо, больше вардов. Никто не видит, где пуш. Во-во-во, пойдем. Пока! Нормально, молодец. Пойдет. Ну давай, чмо, давай, давай. Давай, давай, должны убить. Ну, пожалуйста, нормально. И эту... Стой! Куда ж ты пошла? Куда ж ты пошла, детка? Куда? Увидели, да? Еле успел. Я сейчас не обратил даже внимания сначала, что это чмо делает ТП. Фух, ну в любом случае мы успели и сбили ему ТП. Вот еще один плюс ветров.
что можно спокойно сбивать ПТ, ой, телепортацию. Так, потихонечку мы собираемся. Собираем сейчас барабаны, и потом будем собирать Майлсторм. Чтобы у нас была скорость, потому что у нас будет хороший дамаг. Теперь нужно убить это дерьмо. Теперь нужно убить это дерьмо! Дерьмо! Опять же, он может прыгнуть спокойно и все, и выживет. Хотя, если мы сделаем нормальный прокаст... Опять пичиха балуется своей ультой. Так, хорошо, давайте. Ай, блин, так, кура занята. Поэтому я просто куплю. Все, кура свободна. О-о-о-о! Я бегу, чувак, как могу. А, ну понятно, да, все. Кстати, он Бэдмейл купил. Бэдмейл? Что, простите? Фурион с Бэдмейлом? Ну ладно. Так, где там моя кура летит? Вот это та самая игра, да, где вообще реально очень сильно не хватает вижена. Вообще не хватает мне вижена. Ну реально, не хватает. Надо везде прям варды. Здесь ставить вар, здесь. Тем более везде пуджи бегают. Давай, это чему поймаем, и все, ему жопа будет. Но он, скорее всего, сгасится сейчас. Давай, давай. И барабаны врубаем. Давай, детка, давай. Пока. А, живи, живи. И первый скилл наш реген. Давай, давай, братюня. Еще раз прокачаем. Давайте первый скилл, порегенимся. Нормально все. Да, купил Бэдмейл, дурачок. Ну ладно, пускай. Надеюсь, он тебе поможет, Бэдмейл. Все, с помощью первого скилла. Не скилла, в смысле сферы, ну вы поняли, короче. Сейчас порегенимся и все. И пойдем дальше драться. Вон тварь эта бегает. Так, 450, да. Все, начинаем собираться в Майлсторм. Сейчас очень опасно, сейчас пуш вытянет по-любому. Пуш вытянет кого-нибудь. Тяжело будет дефать, конечно. Хотя у нас есть, в принципе, хороший герой. У нас есть Леон, да, у нас Скай есть. А, тварь. Вот это купол. Давай, давай, что-нибудь делай. Кстати, купол вообще божественный. О, молодец. Ну, помогите кто-нибудь. Живи, детка, живи, живи, живи. Ах, как у него БФ. Ну чему, а? Да, прикиньте, выжил. И какой-то рак убил с помощью БФ. Ну все, минус 5. Ну, о чем я вам говорил? Это будет сложно, да. Это будет сложно. Самое главное, задефать. Задефайте мид и все. В лейте мы выиграем 100%. Потому что у них лейты нулевые. Дефайте, дефайте, чуваки, давайте, как можете. Дефайте. Деф, 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 деф. Нельзя просрать мид. Ну, стан дай, дура, давай, стан, стан. Хекс, молодец, уходи. Дефайте. Тяните время, самое главное. Да. Весело. Ну, в любом случае, я не сдамся в любом раскладе. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Нет, здесь я уже ничего не сделаю. Давай, тварь, пока. Нечему. А, все, нормально, сдохло. Все, задефали? Да, да, задефали. Все скиллы переюзали. Во, пошли, пошли, это гомо поймаем. Пойдем, пойдем. Ну, только не меня, пожалуйста, ладно. Давай, давай, чмо, давай. Нормально, минусанули рака. Фух, ладно, нормально. Была такая опасная, да, ситуация. Минусанули пятерых, почти забрали мид, но мы не сдаемся в любом случае. Давай, давай, пошли, 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 пошли. Давай, детка, поймаю. Да я его поймаю, пожалуйста. Ну,
Давай, тварь. Сдохни, паскуда обоссанная. Ты будешь подыхать всю игру, запомни. И уходим. Нормально. Видели, когда я бежал, да, чтобы увеличить скорость, я поставил сферы. Вексы поставил. То есть без них у нас получается скорость 388, с ними у меня была 432. И в итоге я его догнал. Ох, да, неприятная будет ситуация на миду, конечно. Давай, чувак, минируй. Ну, в любом случае, хотя бы задефали, это хорошо. В таких ситуациях стоит, конечно, задефать. То есть, даже отдать свою жизнь. Плохая была ситуация, очень плохая. Ну, видите, опять же, не забывайте, что у них еще очень сильный пуш-потенциал, да. У них коза тупая, которая с крипами, да. Потом фура и так далее. Этого дебила можно попробовать убить. Опять давайте врубим. Но я его, наверное, не догоню. Давай, давай, детка. Догоню, догоню. Давай, и барабанчики сразу. Опа, опа, пошла отсюда, мразь. Снесли. Кстати, мне помогла это. Помогла коза. А, подождите, нет, какая коза? У нас нет козы. Кто мне помог? Кто мне толкнул? Что-то я забыл. А, все, Леон толкнул, да? Молодец. Сейчас пока у нас прокаста нету. А, они сейчас будут вышку сносить, чмошники. Хотя нет, они забоятся ее сносить. Мы сейчас задонайдем ее. Давай, давай. Опа. Так, все хорошо, отрегенились. Вон, эта чушка бегает тупая. И смотрим. Кстати, у нас-то тоже лита практически нету. Ой, у нас-то тоже пинг не очень. Хотя у нас, говорю, есть хороший герой, как Леон. Ну, не знаю, Леон собирает какое-то говно, какую-то палку толкал, какой вообще смысл от нее? Здесь бы я в любом случае догнал. А, у нас есть лед, что-то я не увидел. Да, у нас медуза есть. Не, медуза молодец, кстати. У нее, в принципе, по фарму неплохо, молодец. Или он, в принципе, был бы полезен, если бы он собрал или Аганим, да, или Даган. С Аганимом вот вообще такая была бы жопа. Давай, пойдем, детка, давай, давай, давай. Пока. Так, минусанули бомжа, и вот еще один бомж. Ну, само собой, когда мы убиваем ихнего лейта, это очень хорошо. И бежим, бежим дефать, дефаем. Да, сейчас твари будут постоянно нас пушить, постоянно. Ну, я иду за тобой. Ну, давай, чмо. Ну, ну чё ж вы стоите-то? Я не могу выйти, дебилы. Ну, ладно, неважно, потому что самое главное задефали. Самое главное задефали. Тем более, мы, в принципе, получаем фарм. В этом тоже есть преимущество. Так, вот такое расположение мне не нравится. Поэтому сейчас мы ждем, когда появится у нас метеорит. И покупаем следующий итем. Потихонечку собираемся в скорость. Это очень важно. Нам нужна скорость. Дура. Так, давайте метеорит сейчас сделаем. А, надо низ дефать. Низ, 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 низ. Низ, нет, не даем ни в коем случае. Так, у меня КД, блин, тупое, ну ладно. Самое главное, да, вот самое идеальное, чтобы выиграть 100%, нужно дефать Войда. Нужно дефать Войда, самое главное. Нужно дефать Войда. Для начала нужно его находить. Опять же, это дура здесь. Давайте возьмем себе сферы и ускорим движение. Вот я уже говорил, да, что у нас хороший итем. Если это ветра, когда Войд будет ставить купол, мы будем ветрами его сбивать. Сейчас, например, можно меня прыгнуть в Войд. Я уже здесь ничего не сделаю. Только... я могу успеть сделать ветра на себя. И потом, когда он побьет меня за купол, я смогу сделать кьюшку.
Ой, зря вы, ой, зря, ой, зря. Пошли, 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 давайте, давайте, чуваки, давайте. Смотри, смотри, поднимаем. Нет, не успел поднять, ну что ж такое. Ну давай, чмо, ты сейчас сдохнешь, пока. Так, минусанули бомжа, теперь тебя. Все, Войд, он сделал свое дело. Ох, чмо. Ну, в любом случае, ладно, он убил одного, это уже мало. Ну, давайте, давайте, помогай, дебил, что ты стоишь-то, инвалид? Бейте, бейте. Ого. Господи Иисусе, какие нулевые, а. Давай, суицид, суицид, чувак. Суицид, даун, ДЦП, суицид. Ну, забейте, это нулевой герой, я уже говорил. Ладно, в принципе, ничего страшного не произошло, все нормально. Задефали, отбили. Меня опять случайно убил этот чмошник. Да, я не думаю, что он вернется, кстати. Ну ладно, отчаянный поступок был. Но он вернулся и сдох, это хорошо. То, что Войд помирает, и у него 4-5, в принципе, это хорошо. У нас 8-3, у нас лучший остаток 10 человек, все. Больше нам ничего не надо. Я сейчас буду получать итемы, да, и буду жирнить потихонечку. Надо прокачивать, кстати, первый скилл, он будет давать нам ХП. Или второй, подождите. По-моему, первый дает ХП. Да, видите, силу дополнительная. Поэтому давайте сделаем акцент на первый скилл, будем это жируху себе выкачивать. И почти у нас уже собран Майлсторм. Вот она, еда вкусненькая. Сколько там у него смертей-то? Уже дофига, наверное. А, нет, 5-5, немного. Вот да, самое полезное, что мы можем сделать, это кидать ветра на Войда. Так, там вверху какая-то драка. Хорошо, дальше мы будем его апать. Уберись. Джонер. Великолепный итем для нас тоже. И сюда пойдем. Давайте добавим себе скоростухи, чтобы быстрее добежать. 455, нормально. А, вот они все, твари, собрались. Ну давайте, давайте, кто подходит? Ну чмошница, ты сдохнешь. Нормально, минусанули. Самое главное, Войд, Войд. Ждем, когда Войд появится. Вот инвокер убил буствующего рака. Ну, бывает, что ж. Так, я зря сюда вышел. Самое главное смотреть на карту. А, ну этот чмошник делает свое дело. Это очень плохо, конечно, да. А Иги здесь сильно будет решать. Тем более против Войда. Тут уже, кстати, нормально Итема нафармил. О, тихо, 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 тихо. О, зря ты ультанула, зря, зря. Так, готовим, готовим, ветра. Проказ, готовим. Назад, назад, чуваки, нет. Сейчас Войд сразу минус 5 может сделать. Будем играть от дефа. Так, у меня мут есть? Да, у меня еще 25 часов, это, в принципе, нормально. Вот здесь, в принципе, Войд может напасть. Здесь Войд может напасть. Поэтому стоим, попробуем за деф. Не всегда это получается, да, кидать ветра. Все зависит от купола. Мы можем сами попасть в купол случайно. То есть, захотим кинуть ветер, будем подходить и прилипнем в куполе. Давай, давай. Ну, где ж ты, тварь? Покажись. Не вижу, не вижу Войда, не вижу. Вот он, все, 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 вылезла, тварь. Пошли. Вылезла, тварь. Желательно не тратить наш проказ до Войда. Нам нужен будет Войд. Самое главное, учитесь, да, выявлять главные цели. Не просто там убить саппорта, а убивать в первую очередь самых сильных. Контрить, нужно контрить героев, которые все могут... Всех убивают, короче. Сейчас здесь хочет прыгнуть Войд. Я чувствую, вот он, вот он. Давай, детка. Сейчас поставит свое говно. Эй, ты тварь тупая. Нормалек. Еще раз, давайте, он сейчас купол поставит. Видите, все понимают, у меня есть ветра, я приготовил ветра. Давай, детка. У-у-у, молодцы.
аплодирую просто стоя. Все, законтрили самого сильного ихнего героя. Я хочу, чтобы вы тоже этому учились, понимаете? Чтобы для себя что-то воспринимали, что нужно контрить самых сильных. Нет смысла тратить ваши ульты, прокасты на саппортов бесполезных. Я ждал до последнего момента, да, я старался не тратить ни на что. О, это наша кура, я думал, это ихняя. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично, у нас потихонечку появляются деньги. Я пойду через рецепт, чтобы потом, когда будет время, чтобы сразу можно было купить. Пойдем таким способом. Все, законтрили. Очень мне понравилось. Молодцы, 5 с плюсом. Очень хорошо законтрили Войда, да. Во-первых, скидали сало. Ну, молодцы. Вот Тима сыграла идеально. Лучше не придумать. Кидали сало, и Войд просто не мог понять, что ему делать. Он не мог... И все разбегались, да. Вы видели, что его в любом случае законтрили. У меня были ветра, я подготовил. Прокаст ветра. Минус в том, бывает такая ситуация, когда мы кидаем ветра, кто-нибудь кидает ульту. Но это такое бывает, это, без этого никак, понимаете, да? Мы же не читаем у друг друга мысли, кто что кинет. Ну ничего страшного, самое главное, что все получилось. Теперь нам нужно нафармить на хорошие итемы. О, фига у нее скоростуха. Ну молодец, давай, это наш кэрри, я на нее надеюсь очень сильно. Давайте добавляем себе скорость и поехали. Давай, детка, давай, я бегу как могу. Так, там Войд есть, в принципе, но он, по идее, сейчас будет далеко. Сейчас будет Войд далеко, он только возродился, он на базе. Так, опасно, опасно, опасно. Опять смотрим на карту внимательно, сделаем денайт, отлично, все, уходим. Кстати, мы очень много вышек заденайдили, это хорошо. И опять, все, я вижу Войда, опять. Ждем, ждем Войда. А никто не подохнул? Не пугайте меня. Все, ждем, стоим дальше всех. Войд прыгает, кидаем на него ветра и делаем прокаст. Не забывайте, что наш скилл, да, бластер, он, короче, не позволяет врагу бить. Пойдем, пойдем, это дерьмо убьем. Зря, зря. Тихо, тихо, назад, 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 чувак. Ой, как зря. Нормально, вроде жив. Да, все. Фух. Он мог, кстати, поставить купол, было бы больно. Не лезем, не лезем, ждем. Играем от дефа. Играем от дефа. И фармим потихонечку, у нас медуза фармит. Еще Белион будет. Че, нам там нафармил что-нибудь? Че он за парашу фармит? Хотя, в принципе, у него есть полезные итемы, конечно, да, это типа, чтобы выводить из строя врагов. Но мне кажется, если бы он собрал бы Аганим, он бы кидал ульту сразу по множеству целям, да, или Даган. Собрали бы все по Дагану, это была бы другая уже игра. Так, здесь все нормально у нас, да, ждем. Кто к тому Войда уже, 4-6. Ну, это нормальная, в принципе, стата для него. То есть, Войд еще опасен, он, наверное, будет всю игру опасен. Войд будет всю игру опасен. Вот я так бегаю, видите, я не смотрю на игру, я смотрю только на карту. То есть стараюсь ориентироваться, где кто ходит. Вот вижу врагов. Там у Пуджа хоть даггер-то есть что-нибудь, нет? Надо глянуть, что там у даггера, какие у него итемы. Я не вижу итемы его. Кстати, если бы этот был с инвизом, да? Войд, то было бы, конечно, вообще жестко. То есть он бы сразу уже прыгнул, поставил купол и все, и жопа. В идеале, конечно, нам было бы выловить его. Он тем более сейчас ходит один. Пошли выловим этого дебила. Нет, опасно все-таки. Не будем поставляться. Не, не будем, не будем, не будем. Нет, нет. А вот этого дуру уже можно выловить. Пошли, пошли. Нет, нет, все, ушел. Так, смотрим только на Войда. А, там еще, кстати, пуш. Осторожно, осторожно, пуш. Тихо, тихо, тихо. Отходим, отходим, отходим. Давай, он что, прыгнет? Нет. Он хотел прыгнуть.
В принципе, я фармлю, даже неплохо, я бы сказал. Нет, 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 отходим, отходим. Вот это уже можно, давай, 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 детка, пошли, пошли. Делаем, делаем, молодцы, молодцы. Все отлично, видели, я специально сделал ветра. Специально сделал ветра, да, чтобы можно было его купол обезвредить. Я ждал, что он сделает купол. Кстати, хорошо пробило ульта Леона. Не забывайте, что у этого дебильного Войда, да, у него есть скилл уворачивания. И он мог спокойно просто отбить ульту. По крайней мере, у меня так много раз было. Он пудж идет, я вижу пуджа. Чмо тупое. Пошла, у нас только много этой дизаблер. Я не могу, тварь. Давай, дед. Сдохни, чмо. Нормально, нормально. Красава, Вася. Все, уходим. Кто кидает мне эти итемы сраные в жопу, засунь себе его. Все, отлично, у нас появляется Мджоунер, дальше мы собираем дизолятор. Ну, пока не появился, сейчас мы быстренько возьмем. Давай, давай, детка, и готовим сразу итемы. Придется пару раз переготовить, потому что... Какой злой. Мне удобно, когда у меня метеорит в первом слоте. То есть сначала метеорит, а потом бластер, так удобнее. То, что он выкупился, конечно, это его косяк. Игра, кстати, сложная, заметьте, реально очень сложно. То есть идем прям впритык. Я бы подготовил бы инвиз лучше, честно сказать. Давайте подготовим инвиз, не будем искушать судьбу. И просто спокойно уйдем. Видите, теперь у нас скорость хорошая, у нас скиллы прокачаны. Пошли отсюда. Так. И готовим все. Все, отлично, есть Мджоунер. Не забываем врубать. Еще раз делаем этот скилл, он появится в начале, потом делаем метеорит. Так, нужно подготовить прокаст. И опять ждем Войда. Такая реально потная игра, как шахматы. Вот просто шахматы. Молодцы. Все, назад, назад, назад. Так, где-то здесь пудж ходит. Вон, я вижу пуджа. Вот сейчас, вот именно эта игра чисто шахматы. Одна ошибка, да? Войд поставит купол, заберет нас всех, это все ГГВП. То есть игра закончится быстро. Варды нужно куда-нибудь поставьте в лесу, сюда вот варды. Пока, заметьте, за вот это долгое время у Войда ни разу не получился нормально купол, потому что мы стараемся его обезвредить. Ни разу. Так, иду, иду. Ага. Смотрим, нифига там понаставили говна. Ну давай, давай, Войдик, прыгай. Шах и мат. Шах и мат. Да, дальше мы собираем теперь дизолятор. Отличный итем. Очень хорошо идет с Мджоунером. Очень хорошо идет с Мджоунером. Мджоунер. Мне нравится назвать его Мджоунер. В любом случае, мы пока играем от дефа, то есть мы не можем идти атаковать, ждем, ждем. Вот когда мы заберем их, тогда пойдем атаковать. Поэтому давайте сразу купим ТП, на тот случай, если мы сможем забрать несколько человек. Пойдем, пойдем, убьем этого... А, там еще внизу у нас замес. Нет, 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 назад, 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 зря вот пошли, зря, зря, зря. Назад, дебил, че стоишь? Играем от дефа, стоим, ждем. Тима, в принципе, молодцы, да. Хорошо играет, я бы сказал, довольно хорошо. Нет, не выходите. Назад. Опять, я вот не люблю, когда вот этот Войд сраный, живой. Поэтому сейчас надо будет опять щемиться и ждать, когда он поставит купол, да, или когда на него нападут. Да. Да, опять. Ну как же он задрал уже, этот дебил. Это уже третье говно. Ну сколько можно? Третий Аегис. Зачем этому инвалиду третий Аегис? Мы могли бы, кстати, забрать его.
Давай, детка. Врубаем, поехали. Ну. Да ты в любом случае сдохнешь, чему? Нормально, минус 2. Уходим, уходим. Тварь, не, ну, давай, давай, живи. Нет, без вариантов. Ну, не задисейблили. Давай, давай, убивай Войда, самое главное. Убивайте Войда. Все, уходим, уходим, уходим. Но у него купола нету, в принципе, он ничего не сделает. Молодцы. Ну, красавцы. Ну, я говорю, помните про нашу медузу? Это наш лей. То есть на нее я и делал все ставки. Молодец. Эх, конечно, не очень хорошо все вышло, что все-таки он поставил купол. Ну, да. В любом случае, мы разменялись 5 на 4, это хорошо. Тем более, есть возможность сейчас сделать у нее пронос лайна. Понос лайна. Вначале, получается, мы забрали двоих, да? Потом на меня поставили купол. Как же больно. Вообще, Войд это хороший герой. Мне он реально очень нравится. Кстати, это большое видео будет. Уже 50-я минута. Офигеть. Войд хороший герой. В том плане, мне нравится тоже за него играть. Там ставишь купол, и тебе нужно за этот купол реализовать полностью героя. Медуза, давай, давай, детка. Ладно, все хорош, правильно. Молодец, все сделал отлично. Ну, я уже про Итема говорил, да? Что фармит хорошо. Нас обоссали. Нормально, 11-4. Мы в любом случае на первом месте, как ни странно. Так что все нормально, жив-здоров. Пуджа убили. Ну и ладно, так, я бы сейчас сделал следующее. Я думаю, сейчас должен сюда фура прийти. Ну-ка, фура, давай, ты же лох. Приди сюда, сделай ТП. Нет, не сделал, да? У фуры, видите, кстати, есть этот орчит, по-моему, у него. Да, орчит. Видели, как мы фармим, да? У нас джонер, смотри, какой фарм идет. Надо еще осторожно быть. Все, 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 я вижу, да, уходим, 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 уходим. Появился опять Войд. Миссис Купол 2008. Еще один итем берем на дамаг. Сейчас будет у нас только 100... Вот так, нормально, 170. Это иллюзия, иллюзия. Это иллюзия. Срать на него. А, не 170, о чем я говорю. 230. Да, у нас же еще сферы должны быть экзортные. И они сейчас пойдут по миду. Смотри, они идут по миду. Они идут по миду. Чуваки, уходите. Опять контрим Войда. Ждем, ждем тупого Войда. Вот он, вот он. Самое главное, это чмо. У него итемы уже очень хорошие. Реально очень хорошие. Офигенные итемы. То есть он уже 6 ватов практически. Он же хочет собрать, блин, это говно. Баттерфляй. Это, конечно, будет печально. Ну, что поделать. Скорее всего, это иллюзия. Хотя нет, не иллюзия. Молодцы, что собрали всякие ветра. Да, молодцы. Ну давай, Войд, что ты, прыгни на медузу или обосрешься, дура. А? Дура. Или ты кака? Ай-ай-ай-ай-ай. Я слышу взрывы, вот он ходит. У Леона Даггер. Ну почему ж ты не купишь Аганим, а? Хотя почему Даггер, конечно, тоже может помочь неплохо. Не, будет то он вряд ли прыгнет на одну медузу, я сомневаюсь. В любом случае, как в прошлый раз, мы не должны такой ошибки допустить. Нужно стоять дальше всех. Дальше всех. И сделать на него странный проказ, он тогда сдохнет моментально практически. Потом сделать джоунер и начинать наяривать. И вот, например, этот вот пак я могу быстро разобрать. Я вижу, вижу этих тварей, да, я вижу. Уходим, 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 уходим. Нормально, все, минусанули одного. Ха, пуш Даггера, помните, я говорю про Даггер? Да, Даггер у него есть уже. Это тот самый пуш Даггером, который прыгает с Даггера и хук мимо. Я люблю таких пуджей. Не знаю, зачем это придумано. Я понимаю, если ты прям крутой пуш и 100% вводишь хуком, а так-то, в чем какой смысл?
Нормально. Не, Тима, я говорю, давно такой Тима не играл, я очень недоволен, все делает правильно. И самое главное, никто не лезет. Большинство таких игр, когда вот мы играем от дефа, кто-нибудь лезет и идет отдаваться, фидить. А вот все стоят на базе, 5 с плюсом, я кину всем похвалу даже. Когда мы закончим игру, кину всем похвалу. Молодцы, такая Тима нужна всегда. Ну у меня какой там, 150 левел, но все равно даже, нет, по-моему, даже больше. А может 150-й, но при этом все равно Тима не всегда такая попадается нормальная. Нам нужен дезолятор, да, чтобы снижать броню и отрывать куски. Тем более в Тиме дезолятора нет вообще. Давай, детка, давай. Мунджоунер великолепно подходит инвокер. Он дает нам скорость, самое главное. Ну и щит хороший. Так, здесь можно прыгать все-таки вой, надо быть осторожным. Ох ты ж, ёшкин кот. Пошла одна, вторая. Ох ты, молодец, троих минус на нуле. Давай скоростуху, давай, детка. Скорость, скорость, крипы сраные, ох. Ну, я же не знал, что он кинет ульту. Ну, что я сделал? Не знал, у него сыр. Кто знал, что она кинет ульту, дура тупая? Да ты все сдохла, все, пошли, пошли. Все, врубаем. Конечно, не очень красиво вышло, я согласен, да, то, что я кинул ветер, а это фигню кинуло. Ну, опять же, ну я не знал. Дали-ка на скорость, мы больше всех отнимаем куски, кстати. А? Как вам поворот? У нас есть ТП, не забываем. Медуза, давай, поехали, вау, вау. Раз, два, три, ну-ка врубаем атаку, раз. Раз, 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 мне больно, раз, 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 давай, оп, 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 оп. Кто здесь самый сильный? 200... Ну-ка, сколько у него получается? 223 примерно, у нас 230 с чем-то. Ну да, у нас все равно сильнее атака. Ну и все, в принципе, мы сделали, что могли. Все, уходим, уходим, чуваки, молодцы. Всем 5 плюсов ставлю, уходим. Уходим. Нормально, появился у нас дезолятор, отлично. Можно было купить еще барабаны, но ладно, нам нужны варды. Чуваки, купите варды. Нужно проносить, короче, лайны начинать. Уходи, уходи. А, ну ладно, ему можно подыхать. Давай, чуваки, уходите. Вы же умницы, уходите. Все, первый прокат сделали. Забрали, короче, кого надо и снесли лайн. Молодец, еще убили этого дебила. Опять покупаем. В этой игре сейчас очень важно, что это в первую очередь телепортация. Поэтому покупаем обязательно ТП. Во-во-во, Фурион, вкусненькая моя какашечка. Я не хочу на него тратить прокаст. Ах, красавцы, уже все без меня забирает, нормально. И осталась эта мразь гнойная. Ну давай, тварь, подеремся с тобой. Пошли, 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 мид, пошли, пошли. Сейчас самое лучшее время для мида, давай. Он сейчас сделает, обязательно сделает купол. Вот он хочет сделать купол. Ах ты. Нет, ну. Я успел, живи, детка. Ах. Чмо. Давай. Все, чуваки, я знаю, что вы справитесь. Но вот такая у нас игра. Я считаю, это была очень интересная игра. Очень интересно, реально. Шанс был победить у всех, еще раз говорю, у всех. Это чмо собрало БКБ, конечно, неприятный итем. Неприятный итем. Ну дальше давайте пойдем уже в криты. У нас атаки много, будет еще больше. Все хорошо, я жив, здоров, все нормально, не беспокойтесь за меня. Опять же, ветра спасли, да, как всегда. Ну вот так вот, реально очень хорошая игра была, именно интересная, да. Целых 56 минут мы канифолили. Пошли, снесем этот лайн. Или же просто пойдем убивать их. Все, можно в принципе уже доминировать, потому что, видите, они развалились, да. Да пойдем их убивать уже. Они сейчас будут по одному. Но Войда тяжело, конечно, убить, у него итемы вы видели, просто офигеннейшие итемы. Куда такие итемы, я не знаю, но он уже сел, он 6 слотов. Вот наш этот идет. Изолятор и молния.
Так, проказ надо сделать. Нет, не будем мы его трогать. Пока, дура. Пиши письма. No! No way! Пощади меня, детка! Твоя киска в зоне риска. Ну-ка, пошел дамаг от инвокера. Молодец, изолятор работает у меня. Опа, опа, сносим, сносим, братюнки. Так, кто это был? Я думал, вот это чмо. Ну ладно. Нет, 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 только не меня. Ладно, хоть не меня. Ой. Ладно, Тима молодцы, я всех похвалю обязательно. Все, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео. У нас лучшая стата по убийствам и по смертям, тоже хорошая стата. 4 смерти всего лишь. Все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и что-нибудь еще сделайте. Все, всем пока.